Всем привет! Вы на канале Семья Сусловых. Сегодня мы пришли на горку кататься. Мороз у нас сегодня хороший такой. Снега много. На снегокате катаемся. Ребятки тоже тут вот катаются. Ледяная горочка такая уже образовалась. Здорово. Много народу катается на ледянках, на ватрушках, на снегокатах. Здорово. Ледяная горочка уже такая раскатана. Красотень. Сейчас Маша с папой поедут. Поехали! О, далеко! Молодцы, далеко уехали. Катались, пошли смотреть природу. Снега много, деревья все в снегу. Очень красиво. Сейчас пойдем на ту большую горку вдалеке. Там горка еще есть высокая. Сейчас пойдем туда. Пройдем мимо речки до Дурговки. Сколько снега, проваливаемся. О, Маша аж проваливается, не дайте. До Дурговка. Речка не замерзла. Кусочки льда уплывают. Вот туда далеко. Тянется она по всему парку. Это вот березки, которые там, где мы катались вдоль аллеи. Аллея Славы называется. Вот лед точно. Кусочки льда по воде плывут. Но в сильный мороз, конечно, она замерзнет. Будет лед крепкий. Сейчас пока нет таких морозов сильных. Но сегодня хорошо морозит. Сегодня сколько градусов? 11 градусов мороза. Так что хороший морозит, хороший. Вот я снимаю, держу телефон голой рукой. Потому что перчатки неудобно включать, выключать. Так периодически одеваю, согрею руку, потом опять снимаю. И рука замерзла. Ну все, поднялись на другую горочку. И Дурговка внизу осталась. Красота. Тут так все красиво, на растениях даже снег лежит так красиво. Вон лопухи, репейник. Смотрите, как снежок на нем, на семенах, на колючечках лежит. Красиво как. Обалдеть, солнышко сегодня. Мороз и солнце, день чудесный. Красота. Снег сверкает на солнышке. Здорово. Ехали с горочки. О, как далеко. Ушли вот там, вдалеке горочка была. Мы там были, спустились. Пришли на другую горочку. Сейчас здесь будем кататься. Рядышком речка Дурговка, так и тянется. По всему парку она. Большая речка. Сейчас папа с Машей скатится на снегокате. Thank you.
снег пушистый. Красота. Солнышко уже, правда, туда уходит, за деревья. Хорошо было, когда солнце высоко светит, красиво. Народу много в парке, кто на лыжах, кто с горки катит. Здорово. Ну, лыжники. Лыжники катаются. Тут все время зимой парк оживленный. Лыжников очень много. Здорово. О, поехал лыжник. Маша спустилась на снегокате. Пейзаж, конечно, красивый. Обалдеть. Солнышко за деревьями высоко. Деревья такие все в снегу, красиво. Очень здорово зимой, когда вот снега много. Красота, конечно, необычайная, сказочная красота. Маша, как хорошо прокатилась, здорово. Ну, молодец. Поднялась на гору. Вот, смотрите, какой красивый пейзаж. Дудерговка там вокруг вот так вот дерево обходит. И дальше туда тянется. Как красиво с высоты. Здорово. Вот такие холмами, такими весь парк. Кататься можно очень хорошо тут. О, папа поехал. Папа сейчас в Дудерговку заедет. О, у самого края остановился. Смертельный номер. Две девочки мчатся. Ух ты. До речки не доехали. Любишь кататься? Люби саночки возить. Вот саночки. Вот девочки. Все, папа поехал с Машей. Здорово. С горки. На скорости. Красота. Смертельный номер. Папа бежит с горки с Машей. На снегокате. О, разогнался папа. Ну все, мы уходим домой, нагулялись, довольные, уставшие. А кому понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока-пока!